Зараз 28.93. Синечка какая-то. А что это такое? 40 литров медов классика какой-то. Это такой люди, хорошая водка. Вот она внизу. А что, это водка тоже? Водка. Катюша какая-то, перцовая. Постойка. Потом нужно... Не, ну я не прочитать, что здесь есть. Здесь написано. Здесь на латышке, да? Да, мы в Латвии. Да, мы в Латвии. Мы не в Латвии. Мы как раз попал. В границе там. Значит, мы не там, не там. Нет, просто иногда какую-то не знаешь прочитать, а... Все по закону. Не-не, ну по... Не по закону. Вот видите, ваты, проверяйте, это что он... О, а здесь есть или нет? О-о-о! Ну ты слишком уже разошелся. Понял. Если не пробовали, то не пробуй. Ура, 43. А цена здесь чего здесь? Сколько здесь стоит? Да, кстати, у нас 17, а здесь 11.69. Да. Ягермейстер. Так, давай, что там еще интересует? Ягермейстер. А, вот он. Как на зал? Мягко? Я думаю, видно цело. Да. Так, ну что еще? То, что для сравнения, что у нас продается? Говорят, это продается какой-то. Не знаю. Ладно, посмотрим на цену. Покажем немножко панораму.
Магазин небольшой. Магазин склад. Я слышала. Мне кажется, что не знаю, конечно, примерно такие цены, наверное, и у нас. Ну, не значит. Водка, наверное, да? Дешевле. Дешевле водка или дешевле той же коньяк. Океанокуб, да. Все подешевле. Ну, она сколько, не знаю. Я не столько в нее много пьем, что не так хорошо знаем цены. Ты неинтересный пьяница. Вот я только что это на все цены. Надо было с кем-то другим сюда выходить. Да. Да. Вот абсолют. Абсолют. Абсолют курант. Когда-то был такой хороший. Посмотри, какой изобилие. Да. Здесь разные. С наполнителями какими-то вкусовыми, да? Ну, ванильные, все. А, да. Пестильные, лимонные. О, боже, там еще смотри сколько. Так, а что? Монофарт какой-то, вот круто. Интересует. Я так вот пойду по сеточке. Московская. У нас продается такая вообще? Ну, московская вот продается. Так, детский. Такс. Такс. Подожди. Повторяю. А ты мне такс. Что еще? Опять, аж разные что ли? Разные? Не знаю, какой вроде. А, это ликер? А это что, ликер? Да. Ягерный сок. Ликер? Да, это такое, что непонятное. Вот там, подожди, как цены, видишь? Да. А нет, это не то, вот столичная. Литовая столичная, вот такая. Вот приеду, что все еще стараюсь. Возьму разных самых клюквенных. Клюквенных? Так, а что у нас еще есть там интересное? Очень такое интересное. Какая-то красивая бутылка такая новогодняя. Что это такое? Не знаю. А, водка, смотри, какая красивая водка. Боже. Даже... Обрати внимание, смотри, какой камень. Смотри, какая красивая бутылка. Я не знаю, что это. Ну, написано вроде водка. А, водка? Да, водка. Нет, правда. 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 Карамель. А это водка. Карамель водка. Попробуем. Красота. Ну прям дамская водка. Что? Ой, а тут другой камень, смотри. А, вот это, наверное, карамельная была. А это. А это что такое?
Вот это что? Это тоже не понимаешь ничего. Это карамель, это карамель. Ну, судя по камню, вот такого цвета, он карамельный. Вот смотри, и красный камень, это еще по краю что-то написано. Не знаю. Черри. Черри. Необычно. Даже я захотела попробовать. Отойди-ка. Смотри, какая еще лодка царская. Давай карамель одну возьмем. Попробуем. Давай. Давай. Так, это вот полулитра. Смотри, какая цена. Деликатная. Да. Деликатная. Деликатная. А это мы, смотри, купили. Мы здесь купили, смотри, с бриллиант. Так что у нас бутылка заправлена. Там все. Немира здесь такая. Замануха. Замануха. Вот так вот. Нормальная цена ведения на Немиру. Покупают ради бутылок, напиваются. Ну, так вот мы... И что получается? И спиваются. Слушай, пойдем. О, что такое есть, а? Вот не нужна водка наша. Ну такая бутылочка с камушком. А может быть, что здесь на металле такое? Но все равно, ну нельзя. Так, ну что, пожалуй. Да, я слышу. Это не корона. Может быть, тут даже... Он тут даже... говорил, о которой помощь называется. Тут даже смотри, кто... Мира. Вот, кстати, цена сколько? Тунец это. Ну, туника тонного, может быть. Да, в оливковом масле, видишь? Вот. В оливковом масле. Кстати, можно взять ванночку? Давай возьмем. Ну, пошли к выходу, наверное. Ой, а тут смотри, какие огромные банки. Да? Он паста. Да, это заготовки какие-то, как бы, понимаете? Заготовки какие-то, да, да. Яйц. Так, ну что, все, пожалуй, да? Более-менее. Все, да. Обзор сделали? Все, мы. Спасибо за внимание. Очень благодарим. Купили бутылку. Пока-пока. Красивую бутылочку. Когда попробуем, тогда скажем. Что? Когда у Федора Федоровича подагра пройдет. А? Я говорю, когда... Я в компании буду, когда подагра пройдет. Все, пока-пока.